Очереди на установку газовых счетчиков, которые были в Солигорске 2-3 года назад, ушли в прошлое. Теперь сотрудники Солигорскгаза отмечают новую волну обращений. Люди обзаводятся жильем, проводят ремонт, и когда дело доходит до обустройства кухни, стараются убрать с глаз все лишнее, что портит интерьер. В список попали приборы учета газа и труба с отключающим устройством. Куда только не предлагают потребители спрятать счетчик – в шкафчик, за шторы и даже в пуфик. Особые проблемы возникают, когда кухня уже изготовлена, а установить ее невозможно. Специалисты газовой службы готовы рассмотреть различные варианты переноса оборудования, но в соответствии с нормативными документами. Счетчик должен быть установлен не ниже 50 сантиметров от пола и не ближе 40 сантиметров от газовой конфорки. Для отключающего устройства свои требования – не менее 20 сантиметров от газовой плиты и не ниже ее уровня. Есть ограничения и на длину рукава – 2,5 метра. Учесть все нюансы и избежать возможных проблем – готовы помочь газовщики. Перед тем, как покупать что-то, необходимо проконсультироваться. Можно ли будет перенести этот газовый счетчик в какое-либо место? Наши специалисты никогда не отказываются, выезжают на место, обследуют, смотрят, предлагают людям какие-то варианты. Их может быть много, этих вариантов. Но основные требования, которые я сказал, это 50 сантиметров от пола и 40 сантиметров в свету от газового счетчика до газовой плиты, то есть до конфорки, эти расстояния должны быть соблюдены в полном объеме. Самостоятельно вмешиваться в систему газоснабжения специалисты не советуют. Это не только может быть опасно, но и влечет административную ответственность. Выявить нарушение несложно. Работники Солигорскгаза фиксируют место установки и тип плиты, размещение счетчика. И при посещении потребителей выявляют несоответствие. У нас информация по оборудованию в полном объеме имеется. Поэтому при посещении мы смотрим, рассматриваем, все у нас документы имеются. Если где-то какие-то нюансы произошли, опять же, это административное нарушение. Соответственно, выносится решение, заполняются документы и, соответственно, подаются в райисполком на административную комиссию. Сегодня в квартирах и индивидуальных жилых домах солигорчан установлено около 45 тысяч приборов учета газа. На смену старым образцам счетчиков постепенно приходят новые электронные с температурным корректором учета расхода газа и дистанционной передачей данных. Такие приборы начали устанавливать в новостройках. Постепенно приборы учета газа нового поколения будут сменять устаревающее оборудование, тем более что срок службы счетчиков – 20 лет.